Итак, короче, было много вариантов, так сказать, был вариант не бетонировать, был вариант бетонировать, много мнений, разных взглядов. Короче говоря, окончательное решение пришлось кому-то принимать, брать на себя ответственность, естественно, кроме меня некому, поэтому решил все-таки забетонировать. Значит, что? Это у нас нижнее кольцо, значит, там одно под водой, потом там положены кирпичи, вот там вот тут вот, вот их видно. Да? Вот. Тут в середине я оставил дыру, чтобы тут насос ставить. Пока. Потом в самом конце что-нибудь положим. Значит, расстояние, как мне говорили, тут достаточно приличное. То есть вот все по октоне, то есть под фактической арматурой, под вязкой, ну, сантиметров там, ну, не знаю, где вот 3, где 5 там. Короче, где 10 все. Ну, неровно так. Где-то я отвёр их на кирпичики, где-то я их воткнул, и они зашли под юбку. А если они под юбкой вот там, то они упираются. Если их давить вверх, они все упираются. У нас получилось 16 точек упорных вот таких арматурных. Здесь, значит, железная труба, если начнет сжимать кольца, когда будет давить бетон. Здесь, значит, еще там впустил жесть. Там же тоже у нас дыра, там же у нас вырезано под этим. Ну, небольшое, правда. Оно лежит же на металле. Поэтому впустил жесть. Сверху еще доску. Эта доска распирает разрезанное кольцо, что если начнет сжимать, то опять и они обе, это уперется в доску, это уперется в железную трубу. Но мы, конечно, сначала плюнем сюда, в центр. Ну, в смысле, бетон-то. Так, далее углы. Вот тут, не знаю, правильно, неправильно, но вот сделал такие зауголки небольшие, чтобы все-таки цемент везде проник и как бы по периметру. Там бросил камушки. И вот эти зауголки как бы не дадут цементу протечь и вытечь как бы через эту дыру теоретически. То же самое сделал там. Вот. И то же самое камушки. Короче, вот такая, значит, план заливать вот эти дырки, вот эти треугольники. Там треугольник, вот этот, везде камушки. И это самое. И тут арматура. И армировать. Ой, и бетонировать, короче, как-то надо вылезти отсюда. Ну вот, все пока на этом.